коллектормен өте жақсы қарым қатынастамыз деді. Бір-бірін түсінеміз деді. Жұмыс деген өте ұнайды қатты. Еш нәрсені ойламай, осы Астанаға келуді өкінем ба деп ойлап едім басында, өзімді сол өкінбеймін де. Осы естімейтін балалармен бір қарым қатынаста жұмыс істеу және маған жақын болып тұр. Өйткені мен естінің бәрін білемін, сол үшін оларға түсіндіремін және қасымда даяшыларға, бармендерге өте қиын. Здесь я решил помочь именно в работе как третьей группы инвалидности людям. Это инвалиды по слуху. Вот. Потому что я сам знаю, как им трудно ужиться в этом обществе, найти работу, стать полезным обществу. Вот. И так как у меня самого брат глухонемой, почему вот кафе? То, что я увидел в интернете, что за рубежом это очень развито, что много кафешек, где работают именно вот глухонемые, и они совмещают работу со своей, можно сказать, сближением к обществу.